Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем делать опыт. Опыт — цветной дождь. Нам для этого понадобится вода, цветные красители и пена для бритья, которую вы можете взять и попросить у своего папы. Вот такая пена. Вот мы купили в магазине. Это пена для бритья. Я очень боюсь. Нам понадобится вот таких вот 5 емкостей для воды. Если у вас нету, вы можете одной сделать. Мы просто делаем, чтобы было более ярче. И вот такие 5 красителей. 5 цветов. Желтый, синий, они как будто пляжут. Красный, оранжевый и зеленый. Вот, ну что, приступим? Да. Поехали. Приступим. Сейчас мы туда нальем пены. Теперь мы берем краситель. Да. Бери оранжевый. И я наверное, хочу. У меня происходит, да? Да, у меня уже зеленый пошел. У меня тоже сейчас пойдет. У меня зеленый дождь идет и синий уже начал. Посмотрите, какая красота получается, да? Смотри, да. Разноцветный дождь. У меня не получился хоть. Какой, оранжевый? Угу. Сейчас начнется. Крутая штука, да? Да, крутая. Ну еще я тоже хочу. Ну уже почти до дна дошло. Похоже немножко на капли дождя, как будто они медленно-медленно капают. Вау! У меня там пены, руки хорошие. Как ощущения, Егор? Аж на слюни потекли. Аж на мои руки. Классно? Ужас, ужас. Ужас, ужас. Ну-ка давай туда поглубже ныряй. Еще сделаем течение. Течение сделаем. Давай в синий. Ой, потоп. Я искупался. Вот это мэйда. Это пена для бритья была. Да, пена для бритья. Ребята, а вам понравилось? Пена для бритья, да? Все, всем пока! Все, всем пока! До новых встреч, ребята!